храме Тихвинской иконы Божией Матери многолюдно. Крещение Господне, или, как еще называют этот праздник, Богоявление – один из 12 главных церковных праздников. Евангельская история гласит, когда Иисус Христос вошел в воды реки Иордан и принял крещение от Иоанна Крестителя, в этот момент явилась Святая Троица. Именно поэтому праздник получил название Богоявление. После торжественного богослужения священнослужители и прихожане крестным ходом направляются к месту освящения воды. Освящается все в одно естество. Воду эту верующие люди принимают с молитвой, и она имеет силу исцелять грехи человеческие, исцелять и болезни физические, если это делается с молитвой и с благоговением. Главное – с верой. Люди, которые почерпают святую воду, должны приносить ее в свои дома и ежедневно натощак принимать с молитвой. Только тогда вода имеет силу. Для христиан прийти в этот день в храм за святой водой – добрая семейная традиция. У нас семейная традиция – ходить в этот храм. Приучаем деток. Вот. Всех поздравляем с праздником. Люблю этот праздник, это он мне нравится. И прихожу сюда в церковь. Всегда слезы на глазах. Мне кажется, даже больше энергии и здоровья после этого праздника. Очень хороший праздник. Долгие годы существовала и традиция крещенских купаний. Однако в этом году, как и в прошлом, священных купелей организовано не было. Анастасия Кудич, Алексей Рыбкин, Владимир Казаков, телерадиокомпания «Брест».